Чтобы снизить риски нападения клещей в границах города, акарицидную обработку проведут на общественных пространствах и на участках детских садов и школ. Если уроки сейчас не ведут, то часть дошкольных учреждений продолжает работать. Действуют более 100 дежурных групп. Поэтому, кроме противоклещевой обработки, педагоги контролируют и дезинфекцию. Обработка проходит в образовательных учреждениях в соответствии с графиком ежеквартально. Эта обработка касается внутренних помещений образовательных учреждений. Открываться детские сады округа до конца мая не планируют. В областном министерстве образования пояснили, что дошкольные учреждения возобновят работу в штатном режиме лишь на третьем этапе выхода из режима самоизоляции.